На улице Льва Толстого горело заброшенное здание бывшего завода «Эра». Информацию об этом распространила пресс-служба Главного управления МЧС России по Севастополю. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера поздним воскресным вечером в 22:07. По указанному адресу выдвинулись силы чрезвычайного ведомства. Два отделения 1-й пожарно-спасательной части, одно отделение 6-й пожарно-спасательной части, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. По прибытии обнаружено, что горит крыша заброшенного строения, расположенного за зданием местного управления Пенсионного фонда России. Ранее там располагались цеха бывшего завода «Эра». На тушение было подано 2 ствола «Б». Огонь охватил 70 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.